Новость о повышении пенсий активно комментируют пользователи в официальном аккаунте телекомпании «Ирбис». А павлодарские полицейские благодаря социальным сетям пытаются поймать вора. Молодой парень ушел из магазина со спиртным напитком элитного класса. Реакция пользователей в нашем обзоре. Большое количество просмотров и порядка сотни комментариев набрал пост телекомпании «Ирбис», где специалисты рассказали о ежегодном повышении пенсии с учетом опережения уровня инфляции. Приводят конкретный пример. Те, кто получает минимальную выплату, богаче станут в среднем на 4000 тенге. Сейчас прочитают, что пенсионерам подымут, так сразу автоматом цены растут в магазинах. Пенсионерам нужны большие карманы, чтобы туда положить 4000. Ха-ха-ха. Это 13 десяток куриных яиц. Ой, как разбогатеют. Департамент полиции Павлодарской области обратился к своим подписчикам с просьбой помочь найти вот этого парня. Как говорится в описании к видео, мужчина совершил кражу виски элитной марки и нанес ущерб магазину 11 435 тенге. Правда, гонорара за помощь в расследовании не обещают, а подозреваемому тем временем грозит 188-я статья Уголовного кодекса Республики Казахстан. К Новому году готовится виски, кола, король танцпола. Держитесь, ребята, сезон пошел. Блогер Ринат Ташкенбаев редко, но метко приезжает в наш город. На этот раз на YouTube-канале он разместил новое видео, где рассказал о жизни заключенных в исправительном учреждении АП-162-2 и даже увидел мастер-класс ресторанного шеф-повара для местных работников столовой, попутно рассказывая их истории. У меня ни в окружении, нигде нет людей, которые были бы осуждены, либо сидели. Я единственный в семье. Трое детей, семья. Ждут тяжело, конечно. А где семья? А семья в Астане проживает. Семья в Астане. Вы не считаете себя виновным, да? Нет, я не считаю себя виновным, да. Ну а этот парень из Екатеринбурга доказал, что и таланта порой достаточно, чтобы пробиться на вершину. Больше 9 миллионов просмотров набрал самодельный клип, снятый в реальном времени всего одним планом без монтажа на бюджетный смартфон со случайными прохожими в кадре. Сейчас за исполнителя бьются продюсерские центры Басты и Тимати. Время